Телефонные переговоры. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Президенты России и Турции обсудили борьбу с терроризмом в Сирии. Стороны планируют ввести новые зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Важная тема переговоров – референдум о независимости в Сирии, а также референдум о независимости Курдистана. Россия также намерена развернуть на территории Турции системы противоракетной обороны. На 28 сентября запланирована личная встреча Путина и Эрдогана в Анкаре.